Всем привет! Вы на канале Янины Воропаевой. И сегодня хочу показать вам стол со своими работами. В честь праздника Иваны Купала в санатории «Солнечный берег» прошла выставка ремесленников. Но, к сожалению, о ней я узнала буквально за час до ее начала. И основательно к ней, конечно же, я не успела подготовиться. Так что схватила, какие были у меня работы, и бегом туда. Выставка прошла хорошо, было много гостей из России, все ремесленники остались довольны. На столе вы видите много работ, мастер-классы, по которым я уже отсняла. Все ссылочки на мастер-классы я оставлю в описании под этим видео. А если вас заинтересовала какая-то из работ, пишите комментарии, и в ближайшее время я постараюсь отснять мастер-класс для вас. Всем пока-пока, до новых встреч!